Проблема стоит остро не только в Олимпийской столице, а во всем регионе, заметил Кондратьев. Поэтому от края на федеральном уровне было внесено предложение предоставить муниципалитетам возможность контролировать строительство зданий до 3 этажей и площадью меньше 1500 квадратных метров. Вениамин Кондратьев также добавил, что недобросовестные застройщики за свой счет должны сносить то, что возвели. Дмитрий Казак заявил, что работа по борьбе с самостроями будет продолжена на федеральном уровне.